Спасибо, Владимир, а мы продолжаем выпуск. Роспотребнадзор продлит запрет на торговлю боярышником на 90 дней. Постановление об этом уже подписано и находится в Минюсте. Оно вступит в силу после регистрации и опубликования. Напомню, в конце декабря прошлого года в Иркутске погибли из-за отравления боярышником около 80 человек. После этого розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, настойка боярышника и лосьон огуречный, приостановили на 30 суток, а позже действие запрета продлили еще на 60 дней. В Роспотребнадзоре Алтайского края плановые проверки магазинов проводят с конца ноября прошлого года. За это время в крае изъято 2500 боярышника, витасепта и другой спиртосодержащей продукции.